Приветствую, дорогие друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Валентин, и сегодня у нас на обзоре отличный ретро-прицепчик Swift Rapid 98 года. Это у нас однозонный прицеп с совместным санузлом, из доп. Оборудования там уже установлен внутренний бак для воды. Ну а теперь сам обзор, поехали! Итак, спереди три окна, каждый из которых открывается по отдельности, ручки для поворота каравана, для его передвижения, рундук с двумя газовыми баллонами, с запасным колесом и со ступенечкой. Дышло у нас по длине 90 см с прицепным устройством Алка, как и сама рама, с стояночным тормозом, с накатным тормозом и с колесом для лифтования прицепа. Фишки для подключения у нас здесь две, которые переработаны в одну 13-пиновую розетку для удобства. Ну и, конечно, в передней части у нас есть две лапы для упора. Пойдемте посмотрим на прицеп с левой стороны. Здесь у нас окно, двойной стеклопакет ведет у нас в единственную зону отдыха, решетки от холодильника. Входная группа, дверь делится на две части и имеет небольшое окно. Плюс, конечно, над караваном есть освещение. Пойдемте посмотрим, что у нас сзади. А в задней части у нас окно, ведущее к кухонному блоку. Конечно, такие же ручки для поворота, как и спереди. Габаритные огни и также две лапы для упора. Всего у нас их 4 штуки. Санузел у нас находится в углу с правой стороны. Соответственно, здесь у нас отсек под кассету биотуалета. Также далее у нас идет рундук для подключения аккумулятора и кабеля 220 вольт. Окно, ведущее все в ту же переднюю зону отдыха. Заливная горловина для дополнительного бака. Выхлопная система от бойлера Carver. Аналог трумы, то же самое. И подключение водяного насоса. Это у нас уже внешнее подключение воды. Снаружи пробежались. Ну а теперь пойдемте внутрь. Итак, прицеп у нас однозонный. Здесь у нас такой вот P-образный диван без тумбы. Это зона отдыха. Эту зону отдыха можно превратить в одну большую кровать. Вот так у нас получится диван чуть ли не 2 на 2. То есть до 3 человек у нас здесь вместится. Конечно же, есть у нас отдельное освещение. Ну а под диванами места для хранения каких-то там дополнительных вещей. Бак находится у нас под диваном, на котором в данный момент я сейчас сижу. У нас множество окон, как и во всех английских караванах. И здесь у нас уже есть, конечно, солнцезащитные шторки. Дальше после зоны отдыха у нас идет шкаф для верхней одежды. Здесь у нас уже есть подушки, штанга для верхней одежды. Здесь же у нас пакетник на 220 и предохранитель. Включение-выключение зарядки происходит ровно тут же. И отсек под стол. Стол тут у нас ставится в переднюю зону отдыха и получается спальное место. Как вы заметили, тумбы в передней зоне отдыха у нас нет, поэтому спальное место можно, обеденную зону можно будет организовать именно благодаря вот этому столу. Под шкафом у нас находится отопитель. Отопитель фирмы Carver. То же самое, что и трума, по принципу работы, просто от другого производителя. Это у нас воздушная система отопления, которая имеет раздув по салону и работает и от газа, и от электричества. Ну и напротив у нас уже потихоньку начинается кухонный блок. Здесь у нас места для хранения, а именно такой вот бар. Здесь есть держатели для стаканов и бокалов. Снизу полочки. Здесь у нас 220 розетка и телевизионная антенна. И есть три прикуривателя и USB, уже выведены дополнительно. Ну а снизу под столешницей у нас находится холодильник. Холодильник у нас на 65 литров. Это от фирмы Electrolux с такой вот угловой небольшой морозилочкой. Для путешествий или для такого небольшого вагончика вполне достаточно. Здесь у нас входная группа. И потихоньку мы с вами переходим к самому кухонному блоку. Кухонный блок у нас стандартный для английского прицепа. Здесь у нас три газовые конфорки, гриль и духовой шкаф. Также раковина, она у нас квадратной формы и есть отдельное место для просушки посуды. Плюс саму раковину, саму эту зону можно превратить вот таким вот легким движением руки в место рабочее. То есть вы можете сразу тут нарезать и ничего вам не будет мешаться. Ну и конечно же множество мест для хранения, ложки и вилки под более крупную габаритную. Здесь также под кастрюли. И наверху у нас есть вот места для хранения тоже кухонных принадлежностей. Наверху у нас люк 40 на 40 сантиметров с москитной сеткой. И рядом с ним плафон, который, плафон освещения, соответственно. Он у нас включается, выключается отдельно. И в таком небольшом прицепчике у нас осталась последняя зона отдыха. Это санузел. Санузел у нас совместный. По центру у нас находится душевой поддон. С правой стороны находится биотуалет Tedford. Он у нас неповоротный, статичный, с ручным смывом и с индикатором заполнения. Все это у нас отделяется туалет от душевой кабины благодаря шторке. И наверху есть люк 40 на 40 сантиметров. Ну а с левой стороны у нас находятся места для хранения, зеркальце с отдельным освещением и раковина. Раковина у нас пластиковая с душевой лейкой, которая, она же является смесителем.
Конечно же, в этом прицепе есть и горячая, и холодная вода. Вот такой вот компактный, но вполне себе комфортный санузел. Итак, что хочется сказать в итоге. Отличный однозонный прицеп. Самый идеальный вариант для вашего первого каравана. Он и не габаритный, и проедет к любому побережью, и не такой дорогой. Сам караван имеет полный функционал английского прицепа и является полностью мобильным. Поэтому приезжайте к нам на площадку, оцените его, оцените другие наши предложения, ну и подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Всего доброго, путешествуйте!